Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Константин, и сегодня мы продолжим с вами проходить космическую адвенчуру Outer Wilds. Ну что же, в прошлой серии мы получили с вами коды доступа, которые теперь можем ввести в лифт и подняться уже на стартовую площадку, где нас ждет корабль. Корабль, на котором мы сейчас с вами полетим. Ребята, вы только вдумайтесь на секунду, мы полетим покорять космос и разгадывать, возможно, величайшие тайны Вселенной на маленьком кораблике, сконструированном из досок и пластин алюминия, обмотанных изолентой. Вы где-нибудь когда-нибудь такое видели? Я вот точно не видел. Да, вот в этом вот такая вот особенность и потрясающая часть этой игры. Ну что же, обратите внимание, что как только мы залетаем в корабль, люк всегда за нами закрывается. Здесь мы видим гравитационный кристалл, который позволяет поддерживать притяжение, искусственную гравитацию, набор первой помощи и наш скафандр. Лучше сразу же завести за хорошую привычку всегда одевать скафандр. Сразу же можно посмотреть на карту. Давайте сначала взлетим в космос, потом уже подумаем, куда нам лететь. Хотя я уже составил план. Вот также схематичное изображение всей нашей Солнечной системы, которая называется «Карта дикого космоса». Все это нам с вами предстоит посетить. И самая главная изюминка – это бортовой журнал. Здесь мы будем вести все-все наши открытия. Так, здесь мы видим планету, вот можно войти в меню слухов и вот здесь начать читать. Ну, давайте почитаем, что мы уже знаем. Деревня. Единственное поселение Камелян и главный источник взрывов на планете. Статуя Намаи в обсерватории открыла глаза и посмотрела на меня. Загорелись странные огни, и у меня перед глазами пронеслись все воспоминания. Гал говорит, что статуя никогда раньше не открывала глаза, несмотря на все старания, которые предлагает Роговик. Пещера невесомости. В пещере в самом центре Камелька покорители дикого космоса готовят космонавтов. Очередной спутник Жилы отремонтирован. Габро. Гал говорит, что Габро повторно исследует пучину гиганта, пытается узнать больше о статуе Намаи в обсерватории. Лагерь, где живет Эскер. Кажется, Эскер до сих пор на Тариконе, куда уже давно никто не прилетал. Лунные руины. Надпись Намаи в обсерватории говорит о том, что на Тариконе было какое-то устройство, которое нуждалось в настройке. Регулярно проверяйте борт журнала. Если вы видите там значок зеленого восклицательного знака, это означает, что там есть непрочитанная запись. Ну, мы вроде бы все прочитали. Все, давайте садимся, пристегиваем ремень. Вот обратите внимание, что можно вот включить камеру нижнего обзора, чтобы посмотреть. Она помогает при посадке. И полетели! Ребята, давайте насладимся этой безмятежностью. Бесконечной, прекрасной безмятежностью. Мы в космосе, дорогие друзья. Сегодня мы совершим наш первый пробный полет. Сегодня я хочу освоиться с управлением, не приступать пока к исследованиям, сопряженным с опасностями. Позже вы поймете почему. Давайте начнем с чего-нибудь легкого, например, с Луны Тарикон. Обратите внимание, что у нас есть автопилот, который поможет вам долететь до пункта назначения. Но пользоваться им я советую крайне аккуратно и разумно. Очевидно, что не нужно включать его, если на пути может оказаться другой небесный объект, тем более если на пути Солнце. Я попробую сейчас приземлиться на Луну вручную, что говорится. Но это не всегда бывает легко, особенно если у вас не выровнена относительная скорость. Так что если чувствуете, что не справляетесь, то можно включить автопилот. Главное убедиться, что все делаете правильно. Если, разумеется, учтена гравитация, у каждой планеты своя гравитация, которая, разумеется, зависит от ее размеров, все как в реальном мире.
Так что это не всегда необходимо учитывать, как при посадке, при взлете с планеты, так и при перемещении. Так, ну вот я вижу здесь на Луне какие-то руины или какие-то строения. Так, ну вроде приземлился аккуратно. Если на дисплее ничего красного не горит, значит корабль исправен и не нуждается в ремонте. Всегда перед тем, как открыть люк, убеждайтесь, что вы одели скафандр. Ну и давайте посмотрим, что это у нас такое здесь. Да, судя по всему, это строение было создано не камелянами. Любопытно, похоже на какую-то то ли обсерваторию. Ну да, наверное, это что-то похоже на обсерваторию, с которой можно, по всей видимости, определять местоположение планет данной Солнечной системы. И вот мы видим здесь в центре шарик, и когда мы на него так вот смотрим, то он начинает светиться, и мы можем управлять. Ну давайте поставим на одну из планет, здесь каждую планету есть свой собственный символ, и вот так вот он нам показывает местоположение, где она сейчас находится. Ага, это у нас пучина гиганта. Любопытно. Так, ну давайте попробуем еще что-нибудь. А вот это что у нас за символ? Как будто солнце. Ну да, все правильно. И обсерватория показывает нам, где сейчас находится солнце. Класс. Так, а вот это у нас символ той самой многолучевой звезды, которую мы видели в обсерватории еще на Камельке. И что-то эту обсерваторию вдруг внезапно начало колбасить. В самом буквальном смысле этого слова. Она пытается найти эту самую звезду, этот объект, и не может. Ее швыряет в разные стороны. Ну ладно, давайте это все пока что оставим. Откатим этот шарик. Здесь я заметил лестницу, ведущую вниз. Давайте туда спустимся. О как! И мы обнаружим еще одну игровую сложность. Деревья, рядом с которыми можно дышать. И записи на май. Ну, давайте почитаем. Колиус, я тестировал локатор сигналов Ока. Он слышал сигналы от Солнца, пучины гиганта и пустотной сферы. Однако, когда я попросил локатор сигналов Ока отследить сигнал Ока, происходило что-то странное. Указатель бешено вращался, нигде не останавливаясь. Асмунда, я поняла. Вероятно, я неправильно настроила локатор. Мы с Дерезой, моей ученицей, попробуем внести изменения и повторить эксперимент. Новые данные. К нашему большому разочарованию, все настройки были верны. Касава. Мне печально это признавать, друзья. Но похоже, этот локатор не способен обнаружить сигнал Ока. Если мы хотим найти Ока Вселенной, нам нужно более чувствительное устройство. Треста. Значит, мы его создадим. Не теряй надежды, Касава. Наш клан прибыл сюда именно потому, что искал Ок. Мы так легко не сдадимся. Треста, любопытный результат. Возможно, Око перестало испускать сигнал. Очень интересно. Выходит, вот этот вот символ многолучевой звезды, что мы видим накануне, это символ Око Вселенной, который так усердно искали на Майе, посвятили столько времени и ресурсов на поиски. Вот так, вынимая и вставляя модули памяти, мы можем читать их сообщения. Треста, где следует конструировать новый, более сложный локатор? Он может оказаться больше, чем наш нынешний локатор сигнала Фока. Колиус. Анона и те, кто застрял на части угля, сконструировали там локатор квантовой Луны, но им очень мешал жар Солнца. Лучше выбрать одну из других планет. Мак. На южном леднике пустотной сферы достаточно места. Я могу построить для этого локатора отдельное здание. Асмунда. Значит, будем конструировать на леднике. Полагаю, юному послену это понравится. Око всегда его очень интересовало, хоть он и родился уже после крушения. Мак, решено, я отправляюсь на южный полюс пустотной сферы. Так, а эту запись уже оставил кто-то из Камеля. Ух, ничего себе, ничего себе. Видеть эти руины своими глазами совсем не то же, что на чужих фотографиях. Похоже, они очень старые. Это лучший день моей жизни. Так, ладно, надо рассказать обо всем, как полагается. Обнаружен некий локатор на Майе.
Он может указывать на разные планеты, что довольно круто. Но, судя по надписям, его построили для поисков чего-то конкретного. Я не знаю наверняка. Еще обнаружилось упоминание Южного полюса пустотной сферы. Слетаю туда, чтобы узнать больше. Да, надо возвращаться к кораблю и лететь дальше. Совершенно не опасно. Почти. О, бескрайний космос. Вот так, почитав записи, вернее, переведя записи на Майя, мы узнали столько интересного и подтвердили о том, что на Майя действительно искали какой-то загадочный артефакт под названием Око Вселенной. Ну что ж, теперь давайте достанем наш сигналоскоп и найдем нашего камелянина по имени Эскер, который обитает на этой луне где-то и насвистывает мелодию. Судя по всему, эту же мелодию наигрывают на разных музыкальных инструментах другие космонавты, которые разлетелись по разным планетам этой маленькой Солнечной системы. Да, и еще обратите внимание, что расстояние между планетами здесь измеряется в километрах, а иногда даже и в сотнях метров. Не в сотнях миллионах и миллиардах километров, как в нашей реальной Солнечной системе, а просто в километрах. Вот такая вот тоже интересная особенность. Ну вот, мы находим Эскера, который нас висит. Ну, давайте с ним пообщаемся. О, привет. Центр управления полетами не говорил, что ты отправляешься в космос. Давно не виделись. Если подумать, со мной давно уже никто не видится. Другие путешественники не заглядывают? Когда наши корабли были попроще и часто нуждались в ремонте, на лунном аванпосте кипела жизнь. Сейчас тут просто надо следить, чтобы ничего не случилось. Кремень иногда заглядывает. От Габра я ничего не жду. А что Рибок думает о бесцельных полетах, ты и так знаешь. Не уходи. Ой, в смысле, может еще вопросы есть? Тут, наверное, одиноко. Чуть-чуть. У меня есть связь с центром управления полетами. Чаще всего там сидят Роговик и Жилы, которые никогда со мной не связываются. А когда они про меня забывают, что случается довольно часто, я отправляю своего маленького разведчика в деревню. Ты шпионишь за нами? Что? Нет, я не шпионю. Это одностороннее общение, о котором никто в деревне не знает. Потому что я никому не рассказываю. Это ты насвистываешь? Наверное. То есть да, наверняка. У других путешественников есть инструменты, так что им ни к чему свистеть. Кстати, их музыку можно засечь сигналоскопом. Лучше всего этого делать на Северном полюсе. Там отличная связь. Северный полюс отмечен красным на твоей мини-карте. Но вообще-то Рекон довольно маленькая луна. Просто иди на север, не заблудишься. Что это за место? Очень смешно. Погоди, ты сейчас не шутишь? Это даже грустно. Ох, добро пожаловать на лунный аванпост, о котором, судя по всему, даже перестали рассказывать начинающим космонавтам. Когда покорители дикого космоса только появились, путешественники постоянно залетали сюда, чтобы чинить оборудование. Тогда корабли были не чета нынешним. Иначе говоря, они часто разваливались, еще чаще, чем сейчас. Благодаря аванпосту путешественникам не так часто надо было садиться и взлетать в деревню. Это заметно уменьшило число пожаров. Сейчас тут нет никого, кроме меня. Сижу себе, выращиваю рассаду с камелька, слежу за обстановкой. Загляну позже. Вот и с еще одним прикольным персонажем пообщались. Действительно не скучно ему тут одному сидеть. У него тут домик есть свой. Да, неплохо он тут вроде устроился. Он наш родной камелек, видно, как затмевает собой солнце. Так, ну, ни в один из домиков зайти нельзя, зато вот обратить внимание вот на этот баллон. С помощью него можно дозаправить наш реактивный ранец. Если вы потратили топливо. Ну, а такие баллоны встречаются обычно в местах, где останавливались наши космонавты-камеляне. Ну что ж, давайте теперь пройдемте на Северный полюс, где, как сказал Эскер, находится очень хорошее место для обзора, откуда можно очень хорошо ловить музыкальные инструменты других камелян. Эскер, журнал сигналоскопа. День 48. До сих пор не слышно банджо с пустотной сферы. Надеюсь, Рибок в порядке. Наверняка все хорошо, но я успокоюсь только когда услышу музыку. День 51.
Весь день слушаю, как играет кремень. К слову, Порфи и Жила должны уже от кого-то узнать, что на снимках маленького разведчика их заигрывание очевидно. День 55. Сегодня, наконец, слышно банджо. Кажется, Рибок в порядке. Что за беспечность? Я же волнуюсь. День 63. Сегодня было слышно что-то странное. Наверное, мне показалось. День 70. Нет, сегодня я тоже это слышу. С камелька идет странный звук. День 76. Я понимаю, что это безумие, но с камелька слышится гармошка, на которой играет шпат. При том, что шпат неизвестно где. Это невозможно. День 88. Звук по-прежнему идет. Это жутко. Может, сигналоскоп сломался? Надо спросить, что думает Нейс. Ну что ж, дорогие друзья, давайте все это проверим. Достанем сигналоскоп и наведем его на нашу родную планету. Да, слушайте, это необычно. Вот наш камелек. Всего в 850 метрах отчетливо слышен звук губной гармошки. Кстати, правильно это назвать гармоника, ну или губная гармошка, но не просто гармошка. Но как такое возможно, если этот шпат считается пропавшим без вести? Так, вот мы слышим, кто-то играет на барабанах. Это у нас кремень. Он находится у нас на одной из этих двух планет-близнецов. Песочные часы. Так, мы видим там кометы. Вот, слышите, опять губная гармошка. На расстоянии 26 километров отсюда. Так, ну мы слышим также банджо, это у нас Рибок. Он на пустотной сфере. И габра на флейте. Но почему губная гармошка слышна в двух разных местах? Ну, давайте мы оставим обязательно эту разгадывание этой тайны на потом. Наверное, я думаю, что в следующей серии, я надеюсь, мы приподнимем завесы и выясним, как такое возможно. Ну, давайте быстро пробежимся по этой луне, только будьте очень осторожны с прыжками, потому что если вы слишком сильно подпрыгнете, то запросто можно улететь в космос. Гравитация здесь очень и очень даже низкая, как, впрочем, на нашей родной луне. Так, вот флаг, ну, покоритель дикого космоса. А это что? Космический корабль? Это, наверное, Эскера, может быть, потерпел крушение. Все, похоже, мы всю нашу Луну Террикон с вами полностью осмотрели. Больше на ней ничего интересного нет. И давайте теперь почитаем наш борт-журнал. Мы сейчас туда сможем с вами занести много записей и выясним, что же мы разузнали. Ну, так интересно смотреть, как прокладываются линии. Рисуются новые квадраты открытые. Ну, давайте все это почитаем. Локатор сигналов ОКО. Устройство на Майе, которое должно было определять источник далеких сигналов. На Майе были расстроены, что не смогли поймать сигнал некоего ОКО Вселенной. Рибок. Рибок отправляется на пустотную сферу в надежде выяснить, что на Майе делали на ее южном полюсе. Южная обсерватория. На Майе решили сконструировать более мощный локатор сигналов ОКО на южном полюсе пустотной сферы. Лагерь, где живет Эскер. Эскер выращивает у себя в лагере деревья. Кажется, все в порядке, но жить на Луне в полном одиночестве, наверное, грустно. Лунная сторожка. Платформа с отличным видом на Солнечную систему. Эскер применяет сигналоскоп, чтобы проверять, как поживают остальные путешественники. Звуки губной гармошки. Эскер пишет, что сигналоскоп улавливает на камельке звуки губной гармошки. Можно было бы предположить, что это шпат, но шпат давно уже числится среди пропавших без вести. Вот, вы видите, сколько полезной информации можно подчеркнуть из наших исследований. И обратите также внимание, что все наши открытия можно читать как в режиме слухов, выполненные в виде структурной такой схемы, так и просто заходя непосредственно в раздел на карте каждой планеты и читая информацию. Вот, например, мы собрали с вами полную информацию о Луне, нашей Луне Террикон, но еще не все о родной планете Камелек. Или, например, от пучины гиганта Габра. Габра, путешественник, который, кстати, интересовался статуями на Майе. И так как мне уж очень сильно до сих пор не дает покоя, что же произошло с нами в обсерватории после того, как мы получили коды запуска от враговика,
Запомните, статуя на Майи повернулась, ее три глаза засветились, она посмотрела на нас. Что-то произошло. Давайте с вами слетаем теперь на пучину гиганта, найдем Габбра и поговорим с ним на эту тему. Может быть, он нам что-то подскажет. Ну, или во всяком случае сообщит какую-то полезную, интересную информацию. Пучина гиганта относительно тоже легкая в изучении планеты. Ну, конечно, она тоже таит в себе опасности, но все-таки, на мой взгляд, меньше, чем. Обратить внимание, что на ее орбите обращаются обломки какой-то космической станции. По-моему, мы их видели, как что-то взрывается, когда наш персонаж проснулся. Не знаю, это мне мерещится, что ли? У меня такое странное ощущение, как будто Солнце стало чуть-чуть более краснее и слегка увеличилось в размерах. Но нет, я думаю, что это не отказаться. Ну что же, давайте садимся уже на пучину гиганта. Планета гигант, да, и мы видим, что она вся состоит из целиком, почти целиком из океана и бушующих огромных торнадо. И даже вот там суперциклон какой-то на Северном полюсе огромный. Так, я тут сразу же включил сигналоскоп, пытаясь засечь нашего Габбра, который играет на флейте на такой, на очень низкой частоте. И эту флейту очень так нелегко расслышать. И мне, к сожалению, не очень повезло. В этот момент циклон видит, что взял, схватил остров вместе с Габбра и бросил его в космос. Так тут происходит такая петрушка со всеми островами, надо просто подождать какое-то время, через несколько секунд они падают обратно. Вот мы видим, зато вернулся на свое место какой-то другой остров. Но мы эту планету обязательно с вами посетим. Все здесь тщательно изучим. Сейчас я пока что хочу пообщаться с Габбром. Очень мне эта статуя на Майи покоя не дает. Так, вот я слышу, откуда-то идет сигнал. Так, и бьется даже дымок. Вот остров, где находится Габбра, он вроде бы приземлился. Ну, давайте садиться. Здесь, в отличие от Луны, притяжение, гравитация очень высокая, поэтому тут лучше всего при посадке за всех сил давите газ в пол. Ну, то есть взлетать вверх, чтобы приземлиться, иначе есть риск расшибить корабль. Ну, вроде бы приземлился мягко. Корабль цел. Это хорошо. А, отлично. Габбра находится здесь в 80 метрах, ну что же. Я надеюсь, что сейчас мы с ним продуктивно пообщаемся. Габбра вообще очень интересный персонаж. Должен быть. Да, он лежит, красавчик, на гамаке. Насвистывает свою флейту. Ну, давайте побеседуем. О, это ты. Хорошо, что ты в порядке. Первый самостоятельный полет, это всегда круто. Слушай, только не смейся. Кажется, у меня произошло мистическое взаимодействие с камнем в форме лица. У меня тоже. Старая добрая статуя из музея тоже засветилась? Значит, ты понимаешь, о чем речь. Стою я, значит, на этом острове, смотрю на скульптуру на Майи, а она вдруг начинает светиться и тоже на меня смотреть. И она как-то так делает, что я своими же глазами вижу все, что со мной недавно происходило. А потом это прекращается, как будто ничего и не было. Это не то, что плохо, просто странно. Больше ни с кем такого не происходило. Роговик вот мне не верит. Утверждает, что я просто тут и сон с явью. Мы связались, поспорили про сны и явь. А потом мне пришлось пойти за кислородом. Было бы обидно задохнуться, так и не отстояв свою точку зрения. Ладно, это все может и подождать. У тебя же первый одиночный полет. Давай лучше о тебе поговорим. Как тебе космос? Что ты тут делаешь? Перевыше. Что все мы тут делаем. Ладно, шучу. Я исследую нашу Солнечную систему, как и ты. Знаешь, космос дает простор для размышлений. И так тихо и спокойно. Ну, большую часть времени. Иногда приходит смерч и сметает мой маленький уютный островок. Тогда становится не так спокойно. Что можно исследовать на пучине гигантов? Может, тебе будет интересно. Не так давно в небе была какая-то вспышка. Наверное, что-то случилось на орбите планеты. Что еще? Могу рассказать об острове статуи. Я его так называю, потому что это остров, на котором нашлась статуя на Майи. Смекаешь? Там, на пляже, со мной случилась вся эта история со свечением. Хороший пляж, между прочим. Ставлю ему 7 из 10 по шкале отдыха Габбра.
Если интересно, остров Статуи – это тот, что соединяется каменной аркой с двумя другими островами. Ну, почти соединяется. Увидишь. Что с этой планетой? Да вообще, я тоже в шоке. А, ты хочешь узнать о ней больше? Ну что ж, пучина гиганта здоровенная и в основном покрыта водой. Вот все понятно. В океане есть сильные течения, которые не дают погрузиться глубже. Честно говоря, не представляю, как с ним справиться. Суши здесь туго. Я знаю 4 острова, включая этот. На одном из них, прямо на пляже, мне попалась статуя Нанай. Про смерчи, наверное, знаешь. Их сложно проглядеть. Они поднимают в воздух все, что задевают. Даже острова. Если они поднимут тебя, постарайся приземлиться в воду. Так больше шансов выжить. Где твой корабль? Хороший вопрос. Он точно где-то на этой планете. Ну, если смерч не унес его в космос. Вот это было бы норм. Надеюсь, ему не одиноко. У тебя бывало такое, что долго смотришь на смерч, и он начинает тебя гипнотизировать? Точно тебе говорю. Если слишком долго глядеть, можно впасть в транс. До встречи. Ага, ага. Осторожней так. Ну вот мы пообщались с этим достаточно прикольным персонажем. И узнали от Габра в целом общую информацию о планете Пучина Гиганта, о том, что здесь бушуют торнадо постоянные, которые могут выбросить в космос, и также то, что невозможно здесь достичь дна из-за сильного течения. Обратите внимание, что здесь есть пещера, и она вся утыкана уже знакомой нам призрачной материи. Вот так вот, доставая разведчик, искатель разведчиков, можно ее фотографировать. Там есть два режима у нас съемки, либо пускать его и фотографировать в режим полета, либо же просто использовать его как фотоаппарат. Ну что ж, давайте теперь вернемся на корабль и почитаем всю полученную от Габра только что информацию. Остров, где живет Габра. Габр отдыхает в гамаке недалеко от берега. Габра попалась еще одна статуя на Майи, уже на другом острове. Глаза статуи начали светиться, и перед глазами Габра пронеслись воспоминания. Здесь еще есть что исследовать. Остров Статуи. На пляже одного из островов Пучины Гиганта была статуя на Майи, такая же, как привезенный Габра на Камелео. Остров Статуи, как называет его Габра, соединен с двумя другими каменной аркой. Глубины океана. Габра говорит, что в океане есть сильное течение, которое не получается преодолеть. Да, ребята, не знаю, как вам, а мне это все очень даже интересно. Ну что ж, мы это все оставим на потом, тщательное изучение всей планеты и острова Статуи. Обязательно все разузнаем. Сегодня я, как я уже говорил накануне, я просто хотел совершить первый пробный полет. Просто облететь вообще Солнечную систему. Ну и мне хотелось вообще найти хотя бы кого-нибудь из тех путешественников, что отправились накануне. О, да, этот эпический суперциклон. Сегодня же я хочу просто полетать, посмотреть, что вообще есть интересного. Комета летит. Очень даже такая красивая, с двумя хвостами. Кстати, реальная комета, наблюдавшаяся в 96-м году Хилл-Боппа, была чем-то похожа. Вот... Все хорошо, но у меня такое ощущение, что нет, все-таки мне это не кажется, что-то с Солнцем не то. Я четко помню, когда мы взлетали, еще только первый раз коньяка, но было обычное желтое Солнце, и вокруг, если мне не показалось, вращалось что-то на большой скорости, что-то рукотворное, не то ли спутник, не то ли даже целая маленькая станция, а теперь вот ее уже нету. Потому что Солнце явно увеличилось в размерах и, по-моему, поглотило ее. Но больше всего меня... смущает такой угрожающий красный цвет Солнца. Оно прям как будто превращается в красный гигант. Кстати, такая же участь постигнет и наше Солнце, ну, где-то так примерно через 5 миллиардов лет. Так, ну давайте полетаем, посмотрим, что еще есть на окраине Солнечной системы. Я вижу какую-то интересную белую точку. Это не планета. Что же такое может быть? Вау, обратите внимание, какой интересный эффект. Это как она действует, этот объект, как гравитационная линза. Все предметы, которые попадают сзади нее, искривляются. И кажется, я знаю, что это такое. Кажется, догадываюсь. Это белая дыра. Значит, где-то есть и черная дыра.
По теории, любой объект, который падает в черную дыру, вылетает где-то из белой дыры. Но это, правда, всего лишь теория. И мы видим, что рядом с этой, если это действительно белая дыра, летает в космосе куча каких-то обломков. Целый крупный каменюги прям. Непонятно все, что это все означает. Ну, как знать, возможно, мы когда-нибудь со временем разгадаем эту загадку. Да, что-то мне прям неспокойно от нашего солнца. Ну, давайте уже, ребят, наверное, сейчас скоро завершим видео. Сейчас я так еще раз полетаю, посмотрю, если здесь еще что-нибудь любопытное. И музыка. Боже, какая же красивая безмятежная музыка. Я прям просто обожаю. Куда это она вдруг исчезла, почему замолчала? Че-то мне это не нравится. Слушайте, дорогие друзья, что-то мне вообще теперь прям очень неспокойно на душе. Вот эта мелодия мне уже что-то совсем не нравится. Нет, я не говорю, что она некрасивая, она очень красивая, но у нее что-то тревожно угрожающее. Как будто какое-то грядет какое-то завершение, и это завершение ничего хорошего в себе не несет. Я не знаю. Но мне эта мелодия очень напрягает. Так, я на всякий случай отлетел на самую окраину Солнечной системы и хочу понаблюдать, все ли нормально. Солнце очень сильно изменилось, очень сильно. Такой огромный красный гигант, ничего общего с тем, что было вначале. Мне как-то неспокойно. Господи, господи, что происходит? Оно схлопывается. Что это? О, нет. Господи, боже мой, нет. Нет, 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 нет. Обратная тяга, полная обратная тяга. Оно взорвалось. Оно превратилось в сверхнову. Я не знаю, что делать. Я не читал нигде инструкции о правилах поведения в случае, если звезда нашей системы взорвалась и превратилась в сверхновую. Нет, 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 нет. Я не хочу умирать. Нет. Нет, 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 нет. Нет, я должен попытаться уйти от взрыва. Нет, нет. Нет, нет, пожалуйста, нет. Пожалуйста. Что произошло? Наш персонаж умер? И вдруг мы просыпаемся в тот же самый день. День нашего запуска. Ну что могу сказать, дорогие друзья. Добро пожаловать во временную петлю. Или фильм «День сурка». Ну что, поднимешь эту красавицу в небо? Все готово, только скажи. Мы что, сейчас умерли? Плохой сон приснился. Ты до сих пор выглядишь сонно. Не могу подтвердить твое утверждение о гибели. Я знаю, что спать под звездами перед полетом – традиция, но, как по мне, после этого нервы ни к черту. Дорогие друзья, мне надо все очень тщательно обдумать. Наверное, поспать и тщательно обдумать, что произошло. Я надеюсь, увидимся уже скоро в следующем видео. С вами был Константин. Всем до скорых встреч и пока.